Приветствую вас, зрители, гости и подписчики моего канала. Как видите, сегодня пришла очередная посылочка из Китая. Сейчас проведем вскрытие и посмотрим, что в данной посылке. Я уже знаю, что это за посылочка, понял по цене. Вот, как видите, стоимость 11,56. На самом деле, эта вещь стоила $11.80, но так как я заказал через приложение в телефоне, там прошла еще скидка и получился ценник 11,56. Вот вес 480 грамм. Что же в этой посылке? Сразу хочу сказать, посылка пришла очень быстро. Буквально за 15 дней была отправлена службой как транспортной компанией. Вот, и пришла очень быстро. SF Express называется компания. Буквально за 12-15 дней она уже пришла ко мне домой после оформления покупки. Вот, как видите, целлофановый пакет. В коробочке запакована вот такая вот кофемолка. Ну, коробка немножечко помята, но это не столь критично. Вот. Взял жене в подарок. Хочу сказать сразу, как бы и на рыбалке, и во время моделизма чашечка кофе идет за милое дело. А если еще это и хорошее кофе, молотое, причем молотое, когда сами делаете зерновое, зерен, это не то, что в магазинах. Вот, посмотрим. Довольно красивая, хорошая кофемолка. Такая деревянная коробочка. Вот так все сделано. Я так понимаю, тут как-то можно еще регулировать и помол, если подкрутить гайки. Но это будем разбираться. Ценник довольно-таки большой для данной вещи. Смотрится красиво. Ну, сейчас будем сыпать. Попробуем смотреть, как засып. Посмотрим, она молит кофе. Вот. Кофе взял немецкий. Сразу вскрыл пакет. Такой пошел аромат. Сейчас посмотрим.
Даже немножко страшновато крутить. Все-таки покупалась с Китая. Вроде бы. Вроде бы. Что-то молотит. Главное приноровиться. Процесс идет. Ну вот, друзья, вот так вот получилось кофе. Довольно добротно его перемололо. Кофемолка со своей задачей справилась. Так что покупка неплохая. Вот. Ну что, друзья, спасибо за просмотр. Спасибо, кто комментирует мои видео. Спасибо тем, кто остается на моем канале. Всех благ вам, друзья. Всех благ вам и вашим близким.